Снег с градом выпал на севере Саудовской Аравии. На кадрах видно, как пустыню накрыло белое покрывало. Сильные осадки наблюдались в разных частях Севера Королевства. Национальный метеорологический центр прогнозирует, что такая погода еще сохранится. К тому же ее будут сопровождать сильный ветер и грозы. Власти Саудовской Аравии призвали жителей принять меры предосторожности и избегать длинных поездок в районах, подверженных внезапным наводнениям.